5 минут уже прошли. Пианино само на себе не сыграет. От всей души приветствую вас, дорогие друзья, и поздравляю с Днем Знаний. Пользуясь случаем, хочу познакомить вас с пандой из космоса. Его зовут Моцарт. В кино Моцарта озвучиваю я, Александр Олешко. Для меня это большая радость и большая честь. Замечательный новый фантастический фильм, который никого не оставит равнодушным. Уверяю вас, вы сможете убедиться в правдивости моих слов сразу же после того, как окажетесь в кинотеатре и посмотрите фильм «Панда из космоса» во всех кинотеатрах страны. Поскорее, поскорее посмотрите. Да? Да. «Панда из космоса» в кино с 31 августа.